Седьмой класс, 38 серия. Матрицы и определители. Формула Крамера. По формулам Крамера будем решать системы из двух линейных уравнений с двумя переменными. Так, сначала надо найти главный определитель системы. Давайте построим матрицу. Левый столбец матрицы – это коэффициенты при x, правый столбец – коэффициенты при y. Теперь надо найти значение определителя. Произведение чисел, стоящих на главной диагонали, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Это главный определитель системы. Дельта x. Вместо левого столбца, вместо А1, А2, надо записать С1, С2 – это числа, стоящие справа от знаков равенства. Второй столбец без изменений. Произведение чисел, стоящих на главной диагонали, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Чтобы найти x, надо дельта x разделить на дельта. Дельта y. Левый столбец – коэффициенты при x, правый столбец c1 и c2. Так, произведение чисел, стоящих на главной диагонали, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Чтобы найти y, надо дельта y разделить на дельта. Если главный определитель системы дельта принимает значение, отличное от нуля, то система имеет единственное решение. Так находятся значения x и y. Если построить график первого уравнения, график второго уравнения, то это будут прямые, которые пересекаются в единственной точке. Вот единственная общая точка, координаты этой точки, как раз значения x и y. Если главный определитель принимает значение 0, дельта x отлично от нуля, дельта y отлично от нуля, система решений не имеет. Графически это две параллельные прямые. Если же главный определитель системы принимает значение 0, дельта x или дельта y тоже принимает значение 0. Система имеет бесконечное множество решений. Прямые совпадают полностью. Первая система. Сначала надо найти главный определитель системы. Произведение чисел, стоящих на главной диагонали, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Главный определитель равен нулю. Значит, система либо не имеет решений, либо имеет бесконечное множество решений. Дельта x принимает значение минус 26, дельта y минус 39. Система решений не имеет, уравнения системы противоречат друг другу. Графически, вот если построить график первого уравнения, график второго уравнения, это будут параллельные прямые. Решений нет. Так, еще одну систему давайте рассмотрим. Сначала находится главный определитель системы. Он принимает значение 0. Вот 4 надо умножить на минус 2, минус 8 умножить на минус 1. Значение равно нулю. Так, теперь находится дельта x, тоже 0. И дельта y принимает значение 0. Система имеет бесконечное множество решений. Прямые полностью совпадают. Координаты любой точки являются решениями этой системы. Система имеет бесконечное множество решений.